Приветствую вас на канале Asmo The Play. Мы продолжаем играть Spider-Man. Давайте посмотрим, что он нам несет миссии. Надо будет зайти в приют Пир, осмотреть кабинет Ли. Так. Ли. Ты уже попался, ты у меня на крючке. Так, спокойно. Вот сюда переместимся. Итак, уже ближе. Этот Ли вообще спалился. Я первоначально говорил, что раз он азиат, еще что-то там знает. Не будет ли это подозрительным? Вот не послушались меня. Всем постам террористы в масках закладывают бомбу. Всем машинам в стае висайте, ответьте. Слушай, мы готовим еще один материал об офицере Дэвисе. И мне интересно, как держится его сын Майлз? Так, это моя, говорит, хорошая сторона. Вот тебе и хорошая сторона. Сейчас будем у него в кабинете шариться. У него сынок еще такой же, наверное, гнилой. Питер? Раз ты за главную, пока мистера Ли нет, кто делает твою работу? Ха, я. Но помощь мне не помешает. Есть кандидат? Вообще-то да. Его зовут Майлз Моралес. Откуда я его знаю? Это его отца награждали в ратуше. А. Я говорил с ним на похоронах. Он очень не глуп, просто у него трудный период. Знавала я такого мальчика. Да. У него работа мне помогла. Вдруг и ему поможет. Вот номер его мамы. Да, я ей позвоню. Обязательно позвони. А от мистера Ли не было новостей, а? Нет, а что? Да просто. У меня есть еще время до работы. Пойду осмотрюсь, может быть, где-то смогу тебе помочь. О, ты не обязан. Я знаю. Обязан. Давай. Быстро в кабинет к нему. Шариться, шмонаться. Надо проверить офис Ли. Блин. Так, офис на втором же этаже вроде был. Пит, рад, что ты в порядке. Да, да, спасибо. Спасибо, всем спасибо. Кабинет закрыт. Я знаю, как мне туда попасть. Спасибо, я ценю это. Я все время на нервах. Ага. Поверху. Может, где-то есть вентиляция? Вот она. Давай. Хоп. А что, никто не видел, да? А, никогда не видел этой комнаты. О, что это? Высоковольтная провода. Зачем такая мощность? Я понимаю, но номер договора в офисе мистера Ли, а туда, ну, не попасть. Я перезвоню сразу, как получу информацию. Нет, я не знаю, когда точно. А что тут? Что тут такого есть? Ничего. Ладно. Заходим в кабинет. Для начала. Я видела с воздуховода. Она должна быть прямо за алтарем. Родители Ли. Вот тут ключ. В рамке замочная скважина. Да, это мы знаем. Родители Ли отказались от него. Зачем хранить память о тех, кто тебя бросил? Так, а где ключ? Так. Рассказ о призраках, который отец Ли читал ему. О демоне, которого можно обуздать только самоконтролем. И все? На этом все? Не листаешь? Так, где тут ключ? Ладно.
На фото на алтаре нет картины. Нет картины, да. Ладно. Так, ладно. Нет картины. Это что за письмо? Дорогой мой, скоро ты услышишь обо мне много неприятного. Меня назовут убийцей и террористом. И это будет правдой. Но и история пира, которую мы писали вместе, это тоже правда. Хочу, чтобы ты знала, что я всегда верил в наше дело. Это не было притворством. Я делал все это по велению сердца, помогая одному, ты помогаешь всем. Я не хочу, чтобы мои поступки поколебали твою убежденность. Ты сильная, Мэй, у тебя хватит сил написать новую историю пира, не омраченную моим грехами. Спасибо тебе за все, Мартин. Ну вот признание есть. Ладно. Признание есть. Вот. Уверен, он от замка в портрете. Пойдем. Давай. Какой-то замок с секретом? Так, ну и... Да, вот так. Ага, ясно. Так, а что сделать-то надо? Ага, подожди-ка. Это расправить надо, да? Да. Расправили. Нехилая комната. Ты прячешь, Ли. И что нам тут есть-то? Ну-ка, давайте осмотримся. Так, это для начала. Моя сила растет, впитывая мой гнев. Отец сказал бы, что я сбился с пути равновесия, но он не понимал. Чтобы победить монстра, нужно стать им самому. Ошибаешься. Ошибаешься. Почему в негативе? Это может помочь мне понять, что планирует Ли. Так. Это... Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Еще один. Так, что-то я не понял. А что делать-то надо? Ладно. Да подожди, зачем ты спрыгнул-то? Ты дебил, что ли? Он установил ловушку, чтобы никто живым не вышел. Еще один. Если бы это нашла полиция или Мэй, даже думать не хочу о последствиях. О! Это оружие. Передавал свои силы другим через решетку в по... Как Ли наполнял это своей силой? Биоэлектрическая индукция? Фазовый сдвиг?
Неизвестно, давай маску смотреть. Я помешался на масках. Это что-то из Юнга? Вроде того, что он должен притворяться кем-то, чтобы выпускать тьму из себя. Притворялся демоном, пока не стал им. Так, притворялся демоном, пока не стал им. Да нет, ты зачем ты ползешь-то? Пойдем отсюда. Так, а тут у нас что? Подвал. Как мне отсюда выбраться? Вот сюда. Толкай. Привет, Питер. Мистер Ли, я думал, вас нет в городе. Ты нашел то, что искал? Мартин, ты здесь. Я возьму. Спасибо. И скоро снова уеду, к сожалению. Просто хотел забрать кое-что. Ты, наверное, слышал про ратушу. Да. Страшно. Еще и в глаза смотрит. Но ему повезло. Козлина. На сборище Осборна? Не знал, что ты фанат. Что ж, главное, вы в порядке. Аминь. Но подрывники на свободе. Кто знает, что они планируют? Думаю, вам с моего вовсе не о чем тревожиться. Если будете держаться подальше от опасности. Что ж, мне пора. Когда вернешься? Когда закончу. Скотина, еще не закончил. Ладно. Попробуем его остановить. А он-то догадываться, нет? Скорее всего, да. Стойте, стойте! Да, скорее всего, догадывается. Что за? Я найду тебя. Так, пройдено тайные планы. Так, у нас что, гаджеты? Давайте посмотрим. Это что у нас? Противник отброшен ударной паутиной, оплетают врагов, с которым столкнутся. Так, что, жетон испытаний? 4 надо. Жетон испытаний. Блин, мне столько жетонов испытаний надо. Капитан Ватанабе. Я наконец нашел доказательства. Они в центре пир в китайском квартале. И что я там найду? Милую даму по имени... Так, а навыки у меня? 2 очка навыка. Улучшение паутинного удара таким образом, что он отбрасывает не только цель, но и соседних врагов. Так. Вообще-то я вот хочу вот эту бомбу прокачать, если честно. Ну давай, все равно качать все надо. И Паркер, и кое-что очень странное в офисе Ли. И слушай, он планирует еще одну атаку. Где? Когда? Пока не выяснил, но кажется, он хочет применить дыхание дьявола. Звучит разрушительно. Что это? Вещество, созданное в Аскорб. Возможно, биологическое оружие. Тут целая папка с данными о нем. Пока придержу у себя. Пришлю копию, как смогу. Мы проверим его офис. Так, а что я могу сделать? То никаких дополнительных миссий нету, которые бы мне... Испытания... Нету. Если доказательства стоящие, объявлю его в розыск. МДжей, привет. Я просто так. Питер, привет. Можно я перезвоню? Я думаю, ты будешь рада. Погоди, а почему ты шепчешь? Просто тут происходит кое-что. Может, поужинаем вместе сегодня? У меня. А, конечно. Могу приготовить. Круто. Пока. Погоди. Помнишь, ты говорила об искажающем прикосновении Ли? Думаю, я только что видел его. Где?
На меня только что бросились милейшие бездомные. Вот только их глаза светились. И я вспомнил, что Юрий говорила мне что-то подобное об охраннике, выпустившем Шокера. Так Шокер и правда работал на Ли? Тут все взаимосвязано. Есть еще кое-что. Но лучше расскажу уже за ужином. Пока. Ужин. Что мне приготовить? А что ты можешь приготовить? Так. Соболь, контроль. Доложить. Вот. О, привет, доктор. Как дела? Давай-ка попробуем. Чудесные новости. Жду тебя. А, типа, сейчас? Это мой момент истины. Так хочу показать тебе. Круто. Но меня тут на ужин позвали. Может, позже? Ужин подождет. Ты должен это увидеть, Питер. Ну... Ладно. Подожди, подбросить воздух троих. Я что, снова нанят на работу? Пожалуй, заскочу. На минутку. Да подожди ты. Троих сделано. Троих под... Так, а чё, где... Как посмотреть-то? Да... Тихо ты! На! Так. Подожди. Блин, а как? Где посмотреть-то? Что надо сделать? Это костюмы? Нет, это мне костюмы-то не надо. Мне надо... Блин, не запомнил. На. И-и-и-ва. Не благодарите, соболята. Подбросить и ударить током одновременно троих. Предупредите другие посты, демоны могут вернуться. А, это, смотрите-ка, это мои ребята. Блин, не хочу себе. Слишком занят, спасая вас от демонов. Блин. Ладно. Всем постам. Ведется преследование заминированного грузовика. Происшествие к северу от Хаусен. Так. Ты мне просто необходим сейчас. Одной из машин демонов прицеплена бомба. Нужно остановить их. Может, за мной? На. Еще сюда. Парни, мы все любим парады. Но без заявки нельзя. Пора на выход. Да подожди. Так, давай, останавливай. Демоны поставили бомбу. Нужно разобраться с ней. Так, бросить бомбу и поймать ее паутиной в полете. Блин, не получилось, да? Гаджеты, смогу? Какая у меня там? Жетон на испытание. Блин, так это испытание или нет было? Как я пойму? Так, вот это что такое? Не, смотрите-ка, это не те, надо. Надо какие-то вот такие вот. Ладно. Блин. Жетоны, да не те.
Ладно, посмотрим. Вперед. Вот сюда. И что я тут должен сделать? Здравствуйте. Это я к этому пришел уже? Где у нас? Лаборатория. Правильно? Ну. Ну, давненько не были. Ладно, давайте посмотрим. Кстати, никто не задумался, почему я всегда с крыши захожу. Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. Давай. Не спеши. О, сколько тут всего нового. Давай-ка посмотрим. О, доступно. Неизвестное вещество. Люк возился с суперпроводниками. Так. Это сделано. Что у нас здесь? Так. И нет, не похоже, не похоже. Вот поменять ее местами бы. Так. Вот так, собрали. Блин. Есть, да, есть на чем подумать. Как круто! Керамика из сложных оксидов. Идеальный суперпроводник второго типа. Нагреется, но сгодится для подвесного контроллера. Ну, я не понимаю, ну, доверюсь тебе. Так, давай. Какой-то полимер. Так. На, первая. Вторая. Третья. Так, а тут где один, два? Даже. Так. Ага, какая-то вот. И надо какую-то еще вывести. Нет? Так, и что у меня остается? У меня три остается. Все. Опознано. Это шикарно. Поли... Самозатягивающийся полимер. Эта штука переживет что угодно. Ну и все, да? Надо здесь все, все прошел. Так, эти пока недоступны, ладно. Паркер, мы все время работали над протезами конечностей. Пытались вернуть людям что-то. Подожди, где-то тут что-то еще было. Ну-ка тут. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Это я уже слышал. Минутку. Черт! Почему я все повторяю? Так, музыку не будем включать. Вау! Уже другой протез. Закрытый щиток. Так. Интересный метод структурного усиления. Так, это. Понимает еще кого-то. Это грустно и жутко, но атаки на ратушу есть и хорошие. Понятно. Рейтинги Нормана падают камни. Плохо, что док так зациклился на Нормане. А что, он ему помогает, может? Ему протезы сделать какие-нибудь, там как будет потом как осьминог. Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Так.
Ну, давай посмотрим. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Ну, давай смотрим, что ты там напридумывал. Сейчас раздавит кружку. Готов? Все хорошо? Че, руки дрожат? Черт! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Да мне понравилось. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть? А я здесь все подготовлю к новому запуску. Интересно, я могу себе что-нибудь забрать оттуда? Очень бы, знаете ли, хотелось. Значит, простите, что спрашиваю, но... Похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте. Вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали 2О. Добавить корпы, вот. Так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... То есть зал... В итоге вмешались адвокаты... Зеленым гоблином, и да? И я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Молодец. Займись делом. А, вот эта штука-то. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. А так, а что сделать надо, я не совсем понимаю. Мне куда-то еще надо завести неверное напряжение. Неверное... Плюсы, плюсы. Минус. Ладно, давайте посмотрим. Так. Так, а как вот? Нам сюда. Потом сюда, потом сюда. Кручу, верчу, я тебя хочу. Кручу, верчу, я тобой дорожу. Давай смотрим, как у нас тут. И надо, что у нас, 2, 4. Все нормально. Пробуй. Ты не хочешь попробовать сам? Ну давай, у меня пальцы-то половчее будут. Чай на сенсорных телефонах в папку-то наигрался. У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет, с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь.
Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? Все верно. Вот. За обновленный мир? Правильно думаешь. Ну и такие шутки тоже приемлемы. Пропущенная от МДЖ. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. А подожди ты. Подожди, какой подождет? Мне надо вот такие штуки, я не знаю. Они, не они. Что мне там надо? Доступно. Здорово. Логический контроллер для микрокабелей дока. Так. Так, где ты? Давай. Сюда. А, вот еще одна такая, да? Так, сюда. Сюда. И пойдите прочь. Напряжение верное. Так. Ради прикола можно попробовать. Ага, хрен там попробовать. У меня прямых-то и нету. Тихо, тихо, тихо. И последний. Так, надо заменить. Вот так. Эти штуки потрясающие. Намного более гибкие, чем обычные с постоянными осями. Простой искусственный интеллект, помогающий управлять протезом. Привет, будущее. Давай. Так, потом. Сюда. Блин, вот ее потом хрен развернешь, поэтому надо сюда, сюда. Это примерно так выглядит. Так, 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 так. Так, блин, вроде пока что ничего, 3-4, блин, одна осталась, еще думаю кого-то. Неверное напряжение, а неверное она, почему? Вот так вот. У протеза теперь свой мини-мозг, круто. И чуть-чуть страшно. Давай-ка еще разок. Занялся внутричерепным интерфейсом. Это прямая, прямой. Вау, вилка. Так, это сюда. Подожди, нет, лучше направленную взять. Вот такую. Что-то они все израсходуются, да? Как я понимаю. А какая-то уже стоит. Подождите, а что она стоит здесь, если она закрыта? Ну ладно, давайте пробовать. Минус один. Минус один, да, минус. Минус один. Ага, здесь я не могу. А, во, вот же у меня. Не заметил. Пардоньте. Так. Потом прямая. Минус один. Минус один. Потом прямая. На разворот. Ага, эти кончились. Зачем тут вилка стоит? Так.
Ну давай последняя прямая тогда. Это мы потом разберемся. Так, если мне их все израсходовать надо, что ли? Что-то я сомневаюсь. Так. Оно вообще закрыто. Так, ладно. Предположим. Недопустимо. Так. Фактическое требую напряжение 3. Так. Да почему? Где тут? Как-то надо сбавить. Вот сюда, вот тройник-то, наверное, вот здесь вот и нужен. С одной стороны, я все правильно сделал. Так. Как-то... Вот так. Тогда это... Сюда пойдет. Ты сюда. Вот так как-то должно пойти. И сейчас надо еще на одну сбавить. Только. Революционно, но пока нестабильно. Нужно довести его до ума. Ну что, пока мне здесь недоступно. Тоже. Так, здесь мне недоступно. Давайте химию что посмотрим. Это? Где химия? Химлаборатория. Вот химлаборатория. Тоже все недоступно. Ладно, выходим отсюда. О, подождите, вот этого не было. А можно раз... А это что такое, док? Похоже на какую-то броню. Прототипы защиты, это так увлекательно. АЭМ запросили образцы моих работ. Не могу же я обделить их светом своего гения. Шучу, конечно. Так, а что, взять-то можно, нет это? Док работает над какой-то системой подкожного введения. Может, для случая подторжения импланта? Какая большая игла. Так, это что? Док, это что, плод? Вы работаете на тюремное начальство? Так и есть. Они собираются модернизировать свой отдел безопасности. Я им подхожу. Выгодный контракт и в то же время интересная задача. Молодец, что? Старается на благо общества. Это мы принимаем-с. Так. Забрались. Прости, я пропустил твой звонок. Нашу... Так. Навыки. Ну, навыки. Это что у меня? Увеличит в дальности паутинных ударов. Сбивает с ног врагов защиту. Это удерживает. Ну, даже не знаю, давай.
Да, давай вот это. Ага. Цена 2. Давай, увеличивай. Усили? Ужин? А, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Гаджеты, мне гаджеты интересно. Могу я прокачать? Не могу. Хорошо, до связи. Так, ужин у МДЖ. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. До ее звонка я могу немного поработать. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео. Пока!